Веселый друг. Фуникулерчик вот такой, поезд стоит 14 евро. Прокатиться на нем на вершину горы. Там еще туда едет только, да? Девка мечтает разбиться на Монсеррате. На горе. Где погибла? Вот еще один. А это, наверное, он поднимается на бок. Вообще прикольно. Сколько, 14 евро? 14 евро, да, стоит. Тут фигня. А я не пойму, у них уже одна дорожка. А, вон он расходится с ним. Он как-то с ним разошелся, ну, видишь, наверху. Ну да. Подождал, когда тот спускался. Потому что тут, видишь, как с подъем можно подниматься по ступенькам. Неугомонный. Жалко, я не снял. А, вон он, вышли не люди. И можно по это все Монсеррат. Этот, наверное, будет подниматься, а тот спускаться, они там как раз и разойдутся в том месте должны ждать друг друга. Наташа, понравилось? Да, понравилось. Ага. Что понравилось, Коль, все? Винчик. Мальчики пели. Я жду, когда девочка упадет. Пели мальчики, мне понравилось. А тебе что больше понравилось? А мне вот эта Мадонна. А я думал, тебе Comedy Woman больше понравилось. Comedy Woman, вот у нее муж Спартак. Вот с ним я жалко. Мишулин.